Добрый вечер всем. Сначала главный тренер будет комментировать матч, потом можете задавать ваши вопросы. Ну, во-первых, пускай счет никого не будет давать заблуждение, потому что игра действительно получилась очень тяжелой для нас. Мы так и ожидали. Но, в принципе, могу сказать, что мы сыграли в свою игру, и то, что планировали, мы выполнили. Есть вопросы? Было такое ощущение, что существует определенная пьеса, на которую поставили спектакль, и вы прекрасно знали эту пьесу. Не соглашусь с вами, что очень тяжело вам досталась игра. Такое впечатление, что вы по косточкам разобрали соперника, знали досконально все, что он будет делать. И если смотреть с трибуны, то довольно легко победили. Понимаю, что для тренера такого понятия «легко» не существует. Но со стороны это смотрелось именно так. Ну, то, что я сказал, что нелегко, я имею в виду, что мы играли на своем пределе. Конечно, мы сейчас не в лучшей форме, потому что это начало еще. Я это имел в виду. Просто мы на максимум играли. Так что я считаю, что вторая игра тоже для нас будет трудной. И мы никак не можем расслабиться. Вы подарили нам удовольствие от игры армянских футболистов, которых мы давно не видели. Поэтому пожелание самых хороших успехов. Естественно, в ответ на матч обе команды будут бороться за победу. Но вы очень достойный соперник. Спасибо большое. Спасибо за хорошие слова.